Здравствуйте, дорогие друзья. Good Local. Да, это такой, как он называется, джингл или что-то? Марш. Нет, не марш. Перед роликами, как называется эта штука? Короче говоря, рассказываем про рюкзаки и Гревис. Кузьма рассказывает, а я говорю там, да, или что. Ну, на самом деле, возьмем какой-нибудь цвет вот такой. Они называются как-нибудь модели? Да, конечно. Гревис. Фирма Гревис, которая известна своей вообще обувью в основном. А обувью какой? Босоножками? Casual обувь. Ну, они ближе к всяким снобологическим историям, но вообще... Smart casual или обычный casual? Надо очень четко разделять эти явления. Вот, модель Метро называется. У них Метро. Метро, да. Они чередуют постоянно цвета и материалы и так далее. Этот нейлон сделан немножко под джинсу. Метросексуальность есть такой термин. Это, наверное, тут модель Метро просто называется. Кстати, хочу сказать, что есть такой сайт Careology, замечательный, расскажешь про рюкзаки. Вот они этот рюкзак назвали вообще их самым любимым, самых простых рюкзаков. Ну, просто стоит он еще дешевле, чем 3900 здесь у нас. 3900 стоит в России, да, эта модель. Вообще, и остальные тоже, наверное, да? Нет, ну вот именно эта модель 3900, в смысле во всех цветах. Вот, расскажем, тонна кармашков, все не переоткрываешь. Да, куча вот внешних. Спереди три я вижу только. Да, ну, на самом деле тут еще есть у нас... Четыре. Нет, нет, это большой карман. Вот большой карман. Такой, да. Да, тут у нас опять всеми любимый органайзер, куда куча всяких разных снова кармашков, сеточек. Вот, на липучке есть один. Угу. Есть карабин. Карабинчик замечательный, пластиковый. Застегнем, пожалуй. Кстати, форма достаточно большая. То есть 25 литров, наверное, здесь есть. Ну да. 15 отделение боковое, очевидно, для ноутбука. Ноутбук сюда влезет 15 точно. 17, скорее всего, тоже может влезет. Быть, даже 17. Внизу какая-то хитрая штука, которая помогает. Ну, это типа мне... перемычки такой. Да, ну, какая-то хитрая перемычка. Хитрая перемычка у рюкзака Gravis, да, есть. То есть, ну, простая, недорогая модель для студента. В общем, мне кажется, это самый оптимальный вариант. На лямках есть. Что там есть на лямках? Да ничего нет. На лямках они просто так прошиты. Для, ну, скорее, мне кажется, декоративность. Хотя, может быть, сюда что-то можно засунуть. Может быть. Вот, можно его надеть. Покажи, как будет это все выглядеть. Показать, как это все будет выглядеть. Да. Вот так вот. Да. Вот, вот так вот это очень здорово выглядит. Вообще неожиданно, на самом деле, у Gravis хорошая линейка рюкзаков, она на 13-й год вообще, мы видели вот их каталог, он будет отличный, то есть еще расширится, и будут всякие новые модели в классных новых. А цветах. Покажи вот эту вот черную, это что такое? Это та же самая модель или да, другая? Это абсолютно та же модель, просто она сделана из такого нейлона, как курточного, про какого-то резинового. Очень приятный материал. Нейлона, и, ну, мне нравится, да, она так как она прикольная. Хитро выглядит, хитрая такая модель. Хитрая модель. Да. Вот. Такие дела. А вот красный еще покажи красный, поближе. Красный, он тоже из хитрого нейлона. Угу. Такой, скорее, как курточный, ну, угу, если так можно сказать. А вообще все то же самое. Ну, понятно. Еще вот серый, да? И еще серый. Серый уже больше к ткани они сделали. Угу. Акцент, ну, в общем. Ну, да, прикольные, в общем, такие рюкзаки Gravis под названием Метро, метросексуальность и все такое. Есть этому место в нашей жизни. Вот так вот.